Блондинка из Канады Даяна Кроу знает, как добиться успеха. Эта джазовая певица стала обладательницей 3 премий Грэмми. В Екатеринбурге джазовые артисты решили поддержать ее творчество, устроив концерт в ее честь. Сегодня у нас в гостях джазовые музыканты Алена Поле и Сергей Чашкин. Доброе утро. Доброе утро. Мы должны сказать, что Алена у нас приехала из Сургута, Сергей из Екатеринбурга. Как вас свела творческая судьба? И вообще, вы играли уже вместе когда-то? Ну да, мы уже неоднократно играли вместе и здесь, и в Сургуте. Вот. То есть знакомы где-то года, наверное, 3-4. Это наш не первый проект, и очень всегда радуемся, когда... Так, Ален, переезжайте в Екатеринбург, что же вы ездите туда-сюда? Ну, вот пока так очень удобно, новые эмоции, ощущения, там все-таки дом, поэтому... Понятно. Хорошо. Почему решили выступать именно с песнями Даяны Кроу? Почему именно она? Ну, Даяна Кроу, по-моему, такая легендарная личность и в России, и за рубежом, очень стильная, да, потрясающая, да, женщина, замечательная, вокалистка. И вокалистка, и пианистка. Будете, так скажем, перепевать, копировать, пытаться, то есть что это будет, в каком виде? Ну, копировать вряд ли, да, Сережа? В любом случае это что-то свое будет, но аранжировки больше. Какие-то, может быть, идеи взяты вот именно у нее, и немножко по-своему они интерпретированы и сыграны. Ну, будет, конечно же, да, по-другому, будет, постараемся сделать это свежо, интересно и, в общем-то, с улыбкой. А мне вот интересно, вы такой дуэт, который исполняет песни Даяны Кроу только, либо какое-то событие вас наталкивает на того или иного джазового исполнителя, джазового музыканта? Да, и еще кто-то у вас будет потом. У нас будет, безусловно... Серега, да? Будет Серега. Помимо этого, ребята, Юля Перминова на фортепиано, Катя Попова барабаны, будет Александр Булатов контрабас, и вот мы с Сережей. То есть полный состав? Полный состав, да, джазовый. А после Даяны Кроу кого-то еще будете петь, перепевать, что-то есть? Нет, все, она последняя. Не, ну, конечно, хотелось бы. После Даяны Кроу музыки в мире больше нет. Хочется узнать именно об этом. То есть кто дальше-то, кто следующий? Ну, на самом деле, это уже не первый концерт. То есть уже были до этого подобные концерты, да, посвященные каким-то... Билли Холидей, отлично. Нина Симон, тоже потрясающий, яркий, интересный, неординарный. Было тоже очень здорово прикоснуться. В общем, пока просто не определили, да. Жень, ну, кто дальше, много, поэтому много, вот так конечно, идти. А еще, да, очень много есть. Всех понятно. А вам доводилось когда-нибудь быть вживую на концертах каких-то джазовых звезд? Либо вы их знаете все-таки по записям, по видео? Не, ну, безусловно, да, какие-то исполнители. Ну, тех, которые живы еще, Ну, вот в Екатеринбурге вот недавно был Джеди Уолтер, приезжал в Эвер-джаз, замечательный, и, в общем, тоже удалось послушать, так как в Сургуте у нас все равно с этим немножечко послабее, кстати, удобно, да, здесь послушал, приехал в Сургут, там перепел. Ну, там рассказал. Там рассказал, да, что, как оно бывает. С подобными концертами в других городах не собираетесь выступать в Сургуте, потому что приехать вот этим полным составом на гастроли. В Сургуте, возможно, будет, да, возможно. Будет концерт. А есть ли интересный джаз-клуб какой-нибудь в Сургуте? Либо это все-таки рестораны какие-то, или наоборот, классические концертные площадки? Ну вот в Сургуте джаз-клуба нет как такового, но площадки есть, есть филармония, и где можно выступать, есть и музыкально-драматический театр замечательный в Сургуте, где тоже можно и... А вообще публика отличается как-то, вот екатеринбургская и сибирская? Мне кажется, не знаю, человек, который неравнодушен к джазу, да, к музыке, он в принципе... Его сразу видит. Он космополитичен, да, везде один. Он везде один, да, он это как-то вкушает, понимает. Ну что ж, давайте уже перестанем болтать наконец, а все-таки споем что-нибудь. Какую композицию вы исполните? Мы исполним сейчас композицию «Джазовый стандарт It's Wonderful», которую мы сегодня исполним обязательно. Вот. Ну и приходите, конечно же, вечером. Мы классно. Будем очень рады. Мы его еще раз споем. С ребятами уже, полным составом. It's wonderful. For me, did I do da bo bo bo? It's awfully nice. Spare it at my eyes. What I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame.
you should care for me. Deepa, deep, deepa, softly night, spirit of eyes. Deepa, boo, boo, swan I love to see. You, you made my life so glamorous. You can lay me for feeling numerous. Oh, 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 so wonderful, it's marvelous. That you should care for me, that you should care for me, that you should care, that you should care for me. Oh, that you should care. Браво. Ой, как здорово, великолепно. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаем, большое, что у нас в гостях были джазовые музыканты Алена Поле, Сергей Чашкин. Напомним, что концерт, посвященный творчеству Дайаны Кролл, пройдет сегодня, 18 июля, в джаз-клубе Everjazz, начало 19:00. Ну, а наша программа потихонечку близится к концу. После короткого перерыва будем подводить итоги, читать ваши буриме.